На 8% выросли доходы краевой казны по сравнению с прошлым годом. Пополнение бюджета связано с ростом налоговых поступлений, в основном на прибыль организаций и доходы физлиц. Эти данные прозвучали сегодня на еженедельной планерке в Думе края. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, краю есть над чем работать. Снизились поступления по акцизам, негативному воздействию на окружающую среду и оказание платных услуг. Между тем, для того, чтобы доходы продолжали расти, необходимо помогать малому и среднему бизнесу. Депутаты подвели итоги прошлогодней программы господдержки. Получателями господдержки создано порядка 750 рабочих мест. Вклад сектора МСП в валовый региональный продукт края в 2017 году составил 34,8%.